Привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня вместе с вами приготовим вот такой пирог. В муку добавляем сахар, ванилин и разрыхлитель. И все это хорошо перемешиваем. Добавляем сливочное масло и превращаем в крошку. Добавляем яйца и вымешиваем тесто. Разделяем тесто на две неровные части. Маленькую часть отправляем в морозильник на полчаса. А с оставшейся часть теста формируем дно и бортики. Отправляем в холодильник на полчаса. Готовим начинку для пирога, но в первую очередь очищаем мандарины и кладем в кувшин. Очищенные мандарины измельчаем блендером. Thank you.
пропускаем через сито. Чтобы долго не мучиться вот так, можно пропустить через марлю. Далее добавляем сахар, цедра лимона, сок лимона и крахмал. Все это хорошо перемешиваем. Ставим на огонь и варим до загустения. Начинка готова. Накрываем и даем чуть-чуть остыть. Тесто из холодильника, наливаем сюда начинку. Сверху натираем на терке оставшееся тесто. Отправляем в разогретую духовку выпекаться при температуре 200 градусов до румяного цвета. Наш пирог готов, уже остыл. Сверху засыпаем сахарной пудрой
и украшаем мандаринами. Спасибо, что были со мной. Желаю всем приятного чаепития и до новых встреч!